Каш. А вот за этим холмом зеленым виден греческий остров. Как называется? Называется он Кастеллориза. 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 Это уже Греция. Здесь самая близкая граница с Грецией проходит, в городе Каш. Каш в переводе с турецкого бровь, потому что он огибает вот так вот море дугой в виде брови. Смотрите, где мы остановились. Смотровая площадка. Да, на Грецию прям похоже. Да. Тихий, уютный городок с небольшими отелями. О, вот дорога, да, кстати, смотри. Причал, яхты. Красивый, живописный. И, кстати, да, относительно новый туристический городок, потому что здесь была рыболовецкая деревушка раньше, и туризм начал довольно недавно здесь развиваться. Посмотрите, какой там стоит теплоход. Вон, там, за этим холмом. Корабль. Это огромный, да. А как нам туда попасть? Так, отель Хера. Мы направляемся в сторону, я так понимаю, центра, потому что там мы не нашли парковочное место. Все забито везде, жандармерия. А вот здесь огромный лайнер отдыхает. Туда лодки подплывают, я видела. Может быть, пассажиров загружают. Наверное, может быть, он здесь остановился, как перевалочный пункт, чтобы люди могли выйти прогуляться по Кашу и обратно. Очень много туристов, очень шумный город, маленькая улочка, машины, мопеды, и все хотят проехать. И толкотня такая здесь. Но, что еще хочу сказать, моя кепка улетела в море в итоге. Осталась она в Средиземном море. Смотри, вон катер плывет, как его качает. Короче, поднялся очень сильный ветер. Большие волны, и даже вот большой катер, посмотри, как его мотыляет в разные стороны, а мы еле доехали, доплыли. Я думала, у меня будет инфаркт. Я очень сильно испугалась, у меня была паника опять. Так, сейчас мы ищем место для покушать, да? У Алисы из ноги я уже вытащила какую-то колючку. Бедненький мой ребеныш, холодный. Вот, смотри, катер как плывет, вот вроде бы еле-еле, а... Видишь, как его качает сильно, и то. А нашу лодочку так вообще так кидала, что я попрощалась с жизнью. Вам видно? Я хочу вон тот поесть.
Вкусно так пахнет. Здесь что дают? Так, у меня нут, какая-то курица, огурчик, перчик. О, греческая мусака, макароны с сыром. Да, дочь? Вкусно, ты попробовала? Мы очень вкусно поели, очень вкусно. И чуть-чуть погуляем, наверное. Короче говоря, Каш – это город кафешек, ресторанчиков, где можно поесть, посидеть с красивым видом. Все они расположены вот так вдоль побережья, и везде очень красивый вид. В общем, что хочу сказать. В Каше сезон в полном разгаре. Все работает. Столько мест. Только вот успевай. Ешь, доплати, ешь, доплати. Блюда все разнообразные. Вот какое кафе. Что это за кафе для малышей? Для гномиков. Смотрите, какой вид на гору отсюда, да? У меня еще цель поесть мидий. Все-таки я когда-нибудь ее возле дома осуществлю. А, возле дома. Покажи. У тебя прям под футболку мороженое. Серьезно? У Кирилла под футболку мороженое по цвету. Пап, хочешь попробовать? Давай. На, попробуй. Очень вкусно. Как жвачка. Мам, попробуй. Эту красоту. Мы сейчас поехали на самую южную точку Турции. Хотим остановиться напротив греческого острова. То есть так близко Греция к нам еще не была никогда. Но мы были с мужем на Родосе, и все. Посмотрите. Машина из-за ветра. Перед нами греческий остров, а за ним уже и Греция где-то там в туманной дымке. До него даже катер есть, возит туристов до этого острова, но только я не знаю, какие условия. Нужен там паспорт с визой или не нужен? Очень сильный ветер, посмотрите, какие волны. А вон там, это что за остров тогда? Это тоже Греция уже? Вон, смотри, посмотри на карте. Да? Да, Несогиос Таласа. Несогиос Таласа, а это? А это называется Кастелоризо. Ага. Кастелоризо. И там даже есть аэропорт? Да, какой-то маленький. Ничего себе. Ну, он как аэродром, наверное, больше. Ну и что? Ну так это какие-то скалы. А там есть, а да? А там почти никто не живет. С другой стороны, наверное, есть домики.
погода на море испортилась, все потому, что мы решили сплавать на лодке. Ну ладно, зато мы это сделали. Так, ну сейчас сделаю фото и поедем. Вернулись мы в Демре. Сегодня у нас еще одна ночь в отеле. Приехали на другую сторону пляжа. Вы посмотрите на эти волны. Мы как будто бы на океане. Смотри, Алиса! Вообще, они просто бегут и все. Накатывают, накатывают. И стоит такой шум, как будто бы мы на водопаде. Или у реки, у какой-то горной такой находимся. А вот здесь-то, может быть, и откладывают черепахи яйца, потому что здесь песок. Перестань,